Здравствуйте! Хочу вам рассказать способ, который великолепнейшим образом улучшает состояние волос. Для этого понадобится масло, витамина Е и витамина А. Кроме этого понадобится всем известное репейное масло. Нужно все смешать в равных пропорциях, после чего легкими массажными движениями втереть эту смесь в волосы, а также в кожу головы и оставить на несколько минут. После чего либо смыть обычным шампунем, либо вытереть просто сухим полотенцем. На этом все. Будьте здоровы и красивы.